а почну с человеческой истории Ну что сказать я не гэты термин а, увел в обиход Хапунейшн. хапуней нация хапуна Нация хапуна протягивается и из я починаю с гэтага. Затрымали. Человек, которого я ведал, особисто. Ну, затрымали уже давно, але его за... сегодня почался суд на дым. Вот, как он глядая, а, это гэта... детский поэт, детячий поэт, детячий письменник. Его э, зовут Дмитрий Юртаю. Ну, на самом деле, один из самых добрых, самых таких А Ну у ну, дзіцячых у добрам сэнсе слова пісьменнікаў паэту я не бачу увогуле. гэта, гэта сапраўды такі анёл у літаратуры. І вось сёння у мінскім гарадскім суде пачаўся суд над гэтым паэтам. А, і ў чым яго абвінавачваюць. У абразе, у нас ёсць абражны, адзін у нас такі абражаны, усё жыццё. Это Александр Лукашенко. Там участка першая, артикула 368. Образился Лукашенко на дитячего поэта. Вельми образился. Вось. И распаливание опять некой иншей социальной ворожести. Иншей социальной ворожести. Какой иншей? Что это у Вогуле? Значит, ну, ну, вот одна из самых таких э, придурковатых, э, придурковатых артикулов Криминального кодекса. Частка первая, артикула 130. Справу разглядает судья Анжела Костюкевич. Вот, э, ранее Юртаев был признан политвязнем, ну, разумело, политвязень, на, калина дитячего поэта образился Лукашенко. Пострадал. Вот. А, Когда я его затримал, губазик над ним сдекался. Я его примусили на камеру читать уластные верши и оправдовываться за то, что я уже не в 20-х годах ходил на акции и писал о у социальных сетках. 23-й год. Бачите, и они все отпрацовывают в этот 20-й год. Такая у их травма великая, что в 20-м годе люди а, выбрали не Лукашенко, что в 20-м годе Беларусь зробила инши свой выбор. И, 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 они никак не могут за этим супокоиться. Значит, Дмитрий Юртаев пишет для детей, переможется конкурсу письменники детям. А, Чалец международного союза письменников новый сучасник белорусского э, литературного союза полоцкая галина и там інших организаций ну я его ведал я, я памятаю его по литературным неким там э, тусовкам ну кажу вам это ось аёл добрый вельмі добрый человек якого, э, от какого захопления был кожный кожный дитя любого узросту якое там слухало. и Он робил некие такие перформансы для деток, спектакли, чему-то там их выучал у такой поэтичной и тягульневой форме. Ну, вот это правда. Вот сейчас вороги улады дожили. Я же и у экстремисты-террористы его запишу, дитячего письменника ось поглядите бог это такая улада и это такая краина зараз я конечно ушоте. а, а кого за мест детям каких письменников за мест детям Что дети сталина будут читать те кого там за россией Ну, ну, фантастыка а, але гэта не не апошні хапунейшан як я аказаў сёння яшчэ былі затрыманні затрыманы угародне уладальнік этнакрамы цудоўня этнакрамы там где нейкія ну, там этнічныя рэчы прадавалаліся я yeah. таксама вядомы чалавек угороднибу бо ну, робил добрую культурницкую справу, вот, як ён Андрей Нестярович. поведомляется что разом с Нестяровичем может быть затрымана катярина Шуст, такую же арестовали у 20 у Соковику 23 -го года, але отпустили. Ну если так отпускаются супрать э, э, Дима Юртаева так само было две административных справы, он уже двойче сядел на окрестина по административце, там на сутках. Ну, ну все, все, вы уже отработали за им эти митинги. Не, Лукашенко образился. Образился Лукашенко на дитячего письменника. И это на им не треба. Ну, разумеется, что им не треба никакая это и мы вогули историю Беларуси, спадши на Беларуси до да одного места. Вось. Это то, что мы маем на сегодня.